Так, всем привет, это игра «Идти домой». И главный вопрос у нас, а стоит ли идти домой? Конечно, стоит. Всем пока, спасибо за просмотр, это очевидно. Дома лучше, чем где-либо, особенно с телефоном у окошка, около батареи теплой. Но не будем делать поспешных вы... Кто такие вообще? Короче, мы здесь, чтобы разобраться. Так что вот, поехали! Кстати, кто не знает, меня зовут Валера. Привет, да, это я. А, это не я! На правую кнопку мыши у нас... Даже не iPhone. Давайте посмотрим чужие фоточки. Со стулом разговаривает. Валяется у дерева, прикол. Снежный чел. Господи, Владимир. Тут даже есть плеер. Не, ну с музыкой-то веселяете. Крыса, нафига насвинячила? Ты же крыса, а не свиндус. Так вот кто мусорит на районах, я-то думал. Да, ну что, 26 как бы. Ничего страшного. Хрустит да хрустит. Вон лежит пьяный столбик. Не, ну в Что? Не, я подойду, типа, а что такого? Я подойду! Что ты там, колпачки воруешь? А! Дурак! Что там? Я мент, что я грустный. Ничего страшного, все такие. Вообще нереалистично. Ночью у домов все запарковано. Почему тут одна машина? Не верю. Привет, Цум. Цум? Это ЦУМ? Не был никогда в ЦУМе, представлял его немножко иначе. Ну, раз это просто помойка. Вот они под окнами кто носится. А бензин не жалко по второму кругу тут так гонять? Чё-то я хожу, хожу. Чё мне делать, на луну выйти? Где моя Белла? Я скример пропустил. Что? Эндинг 2 из 3? Что? Это была концовка? Что это все? Это все? Это все? Это все? Это все? Давайте по-другому концовке пойдем. А как это вообще сделать? Тут же типа просто ходишь и все, и по сторонам смотришь. А, да? Стой, стой, стой. Я возвращаюсь к другу, все. Я у тебя переночую, походу. Пусти. Фоток нет дополнительных, никаких интересных. Блин, жалко, у меня нет колоночки. Сейчас бы весь район бы проснулся. Я не боюсь, у меня веселая музыка с телефона играет. Понял? Я сейчас каждый угол облежу. Я сейчас всюду посмотрю на все. Ля! Извинись. Господи, какой прекрасный вид на... На беременных птиц. Это были беременные птицы? Обойду. Я по другому пути пойду домой. Через лес. Это что за домик без дверей тут у нас в лесу? Понял, где выход? Че ты мне здесь галереи понафотошопил? А, так здесь вспышка была все время. Взломал мне телефон, испортил иконочку приложения. Лучше бы скачал мне туда. Call of Antia. Народные легенды рассказывают об ужасах и терроре, потрясших мир много лет назад. Древние сокровища — это просто легенды? Существуют ли драконы, о которых известно только из древних книг? А поиск ответов на эти вопросы и спасение Антии на ваших плечах. А как? А просто. Думай, двигай, побеждай. Стратегические сражения в жанре 3 в ряд. Как по мне, самый человый жанр для телефона. А кто не согласен, четвертым будет тут. Постройка графства и тренировка бойцов. Более 50 героев с прокачками и улучшениями. Сильнейшие драконы, которые будут вам помогать в битвах. И что ты наделал? Захватывающее путешествие и онлайн-битвы как против друг друга, так и вместе против общего врага. Создавая или присоединяясь к гильдии, мы участвуем в их межгильдийских терках. В общем, как видишь, без тебя тут не варик совсем, так что дуй в Антию и разрули там все. А по промокоду Anticos вы получаете 200 алмазов. Только до 10 октября. Так что же ты сидишь? Айда играть в уникальный жанр RPG 3 в ряд прямо сейчас. Ссылки в описании. Я сейчас вообще все подряд буду фото. Сейчас я мамке твоей скину фотки, чем ты занимаешься, слышишь? Штрафы сейчас каждому придут. В ГАИ солью фотки, как крыса. Кто еще хочет нарушить? Ну? Ну? Перестали ездить? Нет, сука, не успел! Мне придется заходить сюда. Behind me? О, здорово, я тебя сейчас сфоткаю. Кого? Чё это было? Хера он бахнул, как на день города, прям салют. Красивый, эффектный мужчина был. Эдинг 3 из 3. Что, я считаю, что слишком просто. Я предлагаю усложнить. Ну, серьезно, Valkholm может каждый. Типа, а давайте представим, что у нас нет ног. С ногами каждому. С ногами я могу. А давайте представим, что вы такая тупая рыба, прям такая дебильная, которая пытается сразу кредит впарить. Но не ведитесь, мы, конечно, рыбы, но мы не такие тупые все-таки. Чтобы избавиться от кредитов, меняем язык на русский, и теперь у нас здесь никаких кредитов нет. Все просто. Ну вон выход, погнали, короче.
Ладно, придется по правилам играть. Делаем все аккуратно. Нафиг. Рыбка, которая ушла за хлебом. А вы уверены вообще, что я Всем привет, я рыба. Помогите, сейчас стошнит, нахер. А рыба может блевануть, типа, ну, ее может укачать? Херово блевать себе же в аквариум, я думаю. Так, там небезопасно, наверное, туда. Да плыви ты вперед. Стоп, стоп, стоп! Всем привет, дайте воды, дайте дышать. Снова на провода, я что, голубь? Стоп, 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 бля! Мужик, помоги! Бессердечные мрази. Ненормально это все. Ну это смертельный вообще трюк, это смертельный. О, хлеб. Тогда сюда. Ради хлеба на что только не пойдешь. Что я делаю со своей жизнью? А что, мне нужно воду? Ну типа я же в аквариуме. Мне его, наверное, нужно разбить сначала, не? Получилось! Я в аквариуме, но в воде. А в чем смысл? Не трогай, я в естественной среде обитания, дура! Оставь меня, блин. Думаете, на новое место перенесли? Отсюда не свалю, что ли? Ой, чей-то обоссанный матрас. Неприятно, конечно. Фу. Это же дверь? Это дверь, да? Ёб... Я пошел в окно. Заебала. Это жизнь. Блин, а в сортирной трубе так весело. О, больно. Уи! Канализация. О, стакашка кофеек остался. Ух ты. Ничего там нету. Судя по всему, все выпили. А можно это как-то снять с лица? Что я? Я что, дохну? Чё, блин? Я хотел средний латте без сахара. Соленой карамелью, что за дела? Ля, шприц, можно ширнуться? О, коронавирус, коронавирус. Ну я снова дохну, я понял. Все, не трогаем больше ничего, надоело. Не-н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 е! Он присосался ко мне! Он присосался! Сука. Чё за бред? Нахер, блин. Чё, я встрял? Ой. Врум, врум. Че это за квадрат на колесах? Гелик, что ли? Это гелик. А это лада. Дед, ну-ка. Давай стартанем. Кто быстрее? Вон, до угла дома, давай. Заводи свою тарахтелку, погнали. Ты че, решил, что? Догонишь гелик на своих двоих? Не-не-не. Стрял в камнях. Разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. О, йога. Жопы выпрямляем. Вот так вот. Вот, да, вот так. Дайте посмотреть. Я тоже хочу. Зацените, как могу с ракой тоже вертеть. Оп, оп. Я махасла. Только не сядь, пожалуйста. Так, и что тут за грязище? Ой, блять. Здорово. Будем соседями, получается, с тобой. Ау, 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 ау. Можешь помогать, пожалуйста, а не в другую сторону плыть? Так, кошачьи лапы. Мне это не нравится абсолютно. Назад, не раскачивай аквариум. Счастливый капец. Все, мы погибли. У нас осталось пару секунд жить. Давай целоваться быстро. Ай. А что еще перед смертью делать, лол? Двум рыбкам. Стоп, стоп, тормози, тормози. Ага, вот сюда. Влево, плыви влево, Генри! Я тебя рот топтал, слышишь? Просто я не понимаю тебя. В левую сторону, не в правую иди. Теперь в правую. Не надо туда толкать! Я твою икру ел. Мы с тобой уже отличные напарники. Отличный, классный, умный я и... Абсолютная противоположность мне... Не тут... Слушай, я сейчас доберусь за тебя. Я тебе откушу просто. Сейчас будет немножечко трясти. Если что-то треснет, это нормально. Fish Airlines. Рыбы тоже летают. Готовься. Все, ты свободен. Не пытайся собирать обратно. Стоп, там же внизу море, правильно? А, ну почти. Подкинь, до воды. Я заплачу, козел.